Привет, YouTube, привет. Вот небольшая, так сказать, ремарочка. Еще одна по полезностям. Все мастера делают себе инструмент, ну, как я называю, такие ковырялочки всякие разные. И вот берем мы термоусадочку и делаем вот такие вот, ну, по диаметру подбираешь, с меньшего к большему идем. И вот такие получаются окончания. У крючочков можно это, в принципе, расширить, хоть вот такие сделать. Это кому как. Гораздо приятнее и удобнее будет работать, нежели вот такими вот окончаниями. Вот. Они как бы тактильно более приятные, более удобные. Ну и вот потихонечку я решил освежить. Гораздо это лучше, приятнее. Ну, тут у меня диаметра не хватило. Ну, вы принцип поняли. Гораздо проще вот такими вот работать ручками, нежели вот такими. Вот как мы видим. Это как бы заготовки. Вот. Спокойно все это одевается. И как бы это просто кусок кембрика какого-то мягкого отдела. Вот такая вот маленькая ремарочка. Так что решил поделиться. Кому-то может это все быть полезно, вот, в работе. Вот, гораздо приятнее держать этот инструмент в руках. Ну и визуально как бы более опрятно это выглядит. Вот еще раз покажу. Вот такие, или, допустим, вот уже вот такие ручки. Я со временем как бы поработав, немножко их переделаю. Я думаю, что все-таки надо будет потолще одеть там 3, 4, может 5 слоев. Я не знаю, сколько получится. Но факт тот, что мне гораздо приятнее вот такой инструмент в руки брать, нежели до того, как он был просто голая железная ручка. Вот. Я интересовался темой пластизоли, есть такой. Это вот, вот такие вот ручки делают на инструмент. Там, как вот колпачки, вот, ну и так далее. Но, к сожалению, сделать красиво, аккуратно не получалось. А вот такие вот ручечки, они даже вот визуально смотрятся более приятно. Вот так вот, допустим. Вот. И уже количество слоев, это зависит от, как говорится, хозяин-барин. Вот. Ну, по-любому, это гораздо удобнее, приятнее. А стоимость всего этого, как вы сами понимаете, копеечка. Тоже были вот такие кусачики. Вот. Потом вот тоже инструмент был без ручечек. Ну, что, вот так даже она гораздо приятнее смотрится визуально. Вот. Каждый, конечно, доработает как самому приятнее. Но, вот, к сожалению, еще раз повторюсь, вот таких вот я не видел в продаже. Вот, поэтому, к сожалению, я бы, конечно, сделал и поплотнее, и помягче. Вот они более толстые, эти ручечки, более приятные. Ну, со временем, возможно, это и появится в продаже. Тогда будем делать уже что-то другое.